Помогла бы стрела. Но откуда стрелять? Так, и как сдвинуть платформу?
Опасность.
этих пещерах столько секретов. Кто потревожил мой сон? Я Венутий, правитель бригантов. Римляне пришли из-за моря в своих жалких юбках с короткими мечами. И моя жена связалась с ними. Соблазнилась их одеяниями и золотом. Она предала Каратака, выдала его римлянам. А потом предала и меня. Ушла к оруженосцу. Я пошел войной на ее римских покровителей. Годами я рубил их пехоту и потрошил коней. И остался без головы. Хотя, постойте, вот же она. Сокровища. Я неплохо справляюсь.
один. Роб Торас. Почему я это сказал? Сюнин, укажи путь.
Стань моими глазами, Сюнин. Ждет меня в этих глубинах. Придется окунуться. Thank you.
Падать нельзя, не то все уроню.
пустой причал. Где же лодка? Водопад может что-то скрывать. Покажи мне. Thank you.
Что это там внутри? Меня звали Кассибелаун. Я сражался с Гаем Юлием Цезарем. То был умный вождь. Мы, бриты, сражались лишь друг с другом, пока из моря не вышли тысячи римлян.
Я лично объехал всех своих врагов. Атрибатов, Иценов, Кантиев. И уговорил их объединить силы. Вместе мы дали отпор их легионам и трусливым черепахам. В то время пролилось немало крови. Цезарь объявил себя победителем. Но заметь, сюда он больше не возвращался.
Thank you.